Всем привет! Обзор на телевизор DEX по 4К 8000 модели. Диагональ экрана составляет 43 дюйма, 108 сантиметров. Гарантия на данную модель составляет 36 месяцев. Страна-производитель Беларусь. Цвет рамки подставки серый. Тип подсветки экрана Direct LED. Разрешение экрана 4К, Ultra HD 3840x2160. Формат экрана 16:9. Технология HDR10 здесь есть. Также частота обновления экрана 60 Гц, угол обзора 178 градусов, операционная система Яндекс ТВ, поддержка Smart TV есть и встроенный Wi-Fi. Также телетекст, есть мощность звука составляет 16 Вт, технология звука Dolby Digital, поддерживаемые носители здесь USB, количество HDMI портов 3 штуки, версия HDMI, HDMI 2.0, также выход на наушники есть, количество USB портов 2 штуки, Bluetooth есть, встроенный порт Ethernet разъем. Также доступна функция Time Shift, запись видео есть. Размер веса для кронштейна здесь 200×200. В комплекте были батарейки, документация, пульт и настольная подставка. Также здесь оперативная память 1,5 ГБ составляет и встроенная память 8 ГБ. Здесь у нас два динамика. И далее по разъемам у нас. Первый разъем это у нас для наушников. Два USB разъема. HDMI разъем. Один, второй, третий. Также здесь еще вот такие вот разъемы. Интернетовский кабель RG45. И вот такой здесь пульт. Две батарейки здесь. Также здесь вот такое вот меню. Такой вот интерфейс. Поиск. Главное, ТВ, фильмы, сериалы, блогеры, мультфильмы. ТВ, новостные, кино, сериалы, познавательные, детские, развлекательные, музыкальные, спортивные, федеральные, настроить каналы, фильмы, подборка фильмов. Далее сериалы у нас отображаются. Раздел блогеры, мультфильмы. Здесь у нас приложение ОКО, Wi-Fi дисплей, Кинопоиск HD, МТВ, Первый, файловый менеджер, 24TV, Иви, Премьер, Мора ТВ, Мегагоу, Кион, Старт, Винг, Смотрим ТВ, Медиаплеер. Файловый менеджер. Тут у нас отображаются все файлы. Память ТВ. Использовано 1,48 ГБ, можно использовать 2,14, общий объем 3,63. Заходим в настройки, и здесь у нас в настройках отображается сеть интернет, устройство подключено к интернет-кабелю,
Wi-Fi также отображается. Показать все другие варианты. Добавить все. Настройка прокси-сервера, настройка IP-сервера. Звук. Следующий раздел. Баланс, низкий, высокий, объемный звук, эквалайзер, динамики и так далее. Изображение. Подсветка, яркость. Дополнительно цветовая температура. Настройка каналов. Каналы, тип антенны. Автоматическое обновление канала. Настройка устройства. Настройка входов. Приложение. Заставка, видеозаставка, отключить экран, видеозаставка, часы, период неактивности, спящий режим, включить, таймер сна, питание, хранилище, сброс, обустройство, помощь, дата и время, язык, клавиатура, специальные возможности, безопасность и ограничения, родительский контроль, аккаунт и вход, пульт, аксессуары, добавить устройство. И по меню у нас все. Также, если у кого-то возникнет ситуация, то что вы будете пользоваться интернетом, YouTube, Smart TV смотреть, и у вас будет тормозить интернет, виснуть видео, подтормаживать, то можете просто попробовать от своего роутера, маршрутизатора напрямую подключить интернетовский кабель к телевизору. И тогда у вас интернет будет работать отлично. Также здесь на пульте есть голосовое управление. Нажимаем на эту кнопку, говорим, к примеру, фильмы. Фильмы. Одну секунду. И вот у нас появилась подборка фильмов. Или можете любой другой запрос также либо вручную вводить, либо с помощью голосового управления на пульте. Thank you.
У данной модели телевизора отличное качество изображения, видео. Также здесь хороший громкий звук. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!